Рустам Фанюсович, одерживаем важнейшую победу в домашней серии. Как оцените сегодняшний матч? Ну вот, одержали победу, оцениваю, что хорошо сыграли, ребята выложились. Третий период доказал, что можем играть, можем забивать и можем двигаться дальше и держать вот этот напряг. А так, ну, два периода просто чуть-чуть не получалось, чуть-чуть, может быть, от настроя передерживали, не хотели отдавать, ну и проигрывали в борьбе. А так вот, третий период показал все и выиграли матч. Сегодня у нас герой матча Зинченко. Ну, получается, да, Зинченко. Это у него первый хет-трик, получается. И вот, молодец. Сегодняшняя победа добавит команде уверенности и хорошего настроя на выезд? Ну, любые победы добавляют, конечно, уверенность и настрой, да. Потому что мы вот оказались с Атлантом в каком-то спаде чуть-чуть психологическом. А сейчас, да, и раздевалка, и скамейка как бы такая работала дружно. Жила так. Спасибо еще раз победы и успехов в выездной серии. Спасибо.